Что ж, ребят, мы продолжаем с вами наблюдать за сегодняшним Weekend Cup. Команды, играющие сегодня в 1/8, если я не ошибаюсь, уже сегодняшнего нашего турнира. Да, это действительно 1/8. Команда Evve, как они написаны у нас на StarLadder'е, на данный момент имеет статистику Evil Effects, да, если читать полностью их название, или Evil Effects. Я даже не знаю, куда правильно ставить ударение. Ребят, сразу извините, если я неправильно произношу ваши ники или ваши команды. Всякое бывает, я вижу их первый раз, поэтому давайте без поправлений, без хейтерства и так далее. Повторяю это практически в каждой игре. Тогда, когда есть для меня какие-то непроизносимые буквы или слова или что-то подобное. Ну, у всех бывают проблемы. И я надеюсь, что вы меня прекрасно поймете в этом плане. Команда Evve на данный момент 3 игры, 1 протест, 2... 2 победы, 1006 ПТС на StarLadder'е, 0 поражений, естественно. Ну и вполне себе неплохо команда идет пока что, раз добралась она до 1/8 финала. Да, ну и команда Sega, за которой мы продолжаем с вами наблюдать на протяжении уже 3-й игры подряд, в том же составе, в котором мы были они на первой игре. Ice Cream 1-1, Мудайок, Хоули Папа и Step. Против них, кстати, Sega у нас занимает снова сторону Radiant, что интересно, почему-то они опять играют именно за эту сторону, наверное, нравится им, наверное, считают, что эта сторона для них удачная. Ну и действительно, пока же без проигрышей, пока же сколько вот мы за ними с вами наблюдаем, возможно, сейчас их как раз-таки ожидает поражение после команды EE или EE. Будем надеяться, что увидим с вами интересную доту. Крикет видим на пике у команды Dire, у команды Evil Effect, Enviable, Deep Sense, Храуа и чеширский код, состав команды Evil Effect, который у нас занимает строчку Dire. Кстати, интересный антимаг на аватарке у Хроуэра. Да, действительно, у меня такие обои стоят, кстати, на рабочем столе. Ну, у меня стоит там антимаг и вот такие же, короче, мультяшные персонажи. То есть у меня там их целая коллекция. Коллекция взята из ВКонтакта. Группу ВКонтакте вы найдете под Твичом. Там будет ссылочка в каком, в Rabbids SLTV. Заходите туда, фотоальбомы. Там есть целая коллекция таких картинок. Поэтому залетайте, смотрите. Там действительно есть на что глянуть. Я думаю, вам понравится, если зайдете. Ну, а также, если зайдете и будете еще участником этой группы, так я вообще вам буду признателен, как я не знаю кто. Просто буду счастлив, как жирный удав. Ну, я думаю, вы меня поняли, по крайней мере. Алхимик Патма у нас пока что от Сеги. В ответ Визаж и Клокверк от команды ЭЭ. Ну и в бан у нас справляется Бристл Бэк, Виномансер, Абадон и Вивер. Кстати, что я заметил, Абадон и Вивер банятся на 2 первых бана от команды Сеги уже вторую игру подряд. Не знаю, возможно, не умеет играть на этих героях, на этих персонажах. Абадон, конечно, дичайший сейф, что не нравится Сеги, не нравится Айскриму, капитану команды, капитану этой команды. Ну и Вивер сам по себе неприятный герой, очень много вносящий дэмэджа в драку, очень трудно убивающийся с помощью своего таймлапса и шкучей. Да, много-много он, конечно, машни вносит в драку, и, разумеется, он не нужен такой команде, как Sega против себя. Рубена отправляет в таверну, еще минус один саппорт. В паре с Визажем мы его больше с вами не увидим. Ну и сейчас посмотрим, кто у нас ожидается на 3-й бан от команды ЭЭ. Это ДС. Это ДС, банится Харда. Банится Харда, ну и сейчас будет 4-й бан от команды Сеги. Общение у нас шло здесь в начале игры, общение такое дружеское, как я понимаю. Здесь Мудайок нашел себе нового друга в лице чеширского кота. Они уже папчик пойдут гонять в лоу приорите. Кстати, вы посмотрите на ютубе, как быстро сбросить low priority со своего аккаунта. В общем, там что-то нужно делать с легкими ботами, если вы не хотите играть в low priority. В общем, там вроде как нужно будет наиграть много-много игр с ботами. То есть, когда 5 человек играет против 5 ботов, знаете, этот режим, в общем, в дотане для новичков и так далее, чтобы они учились, чтобы они привыкали к героям. Вот, нужно сыграть с легкими ботами, разнести их несколько раз, там же у нас теперь... Ну, я не знаю, я в лоу приорите не находился еще после патча, поэтому не знаю, как там по играм, вроде как, да, как я слышал. Там теперь сколько игр играешь, ну, настолько-то игр, и распространяется это ЛП.
Вот, не знаю насколько, не знаю, от чего это зависит. Ну, боже мой, я не хочу туда попасть, честно. Вот честно, действительно. Ладно, пока же смотрим за игрой. Бен Лич также у нас в таверне. Минус еще саппорты. Всех саппортов у нас убирают. Всех-всех-всех саппортов. ЦМочка еще свободна. ЦМочка у нас для Мудайка может заехать, да? Потому что в прошлой игре Мудайк отыграл на ЦМке, в принципе, неплохо. Хотя он там вроде как... полезности мало какой внес с помощью своей ауры. Только помогал своим тиммейтам. Потом поставил алтарь для самого себя, когда ребята не поддержали на вражеском ХГ. Ну и бывает, бывает, конечно, такое. Ой. Да. Продолжаем смотреть с вами. Минута 25 бонусного времени остается у Сеги. Минута 25 также у команды ЭЭ. ЕЕ. Evil Effect. Эффект. Evil Effect. Ну, мне больше так привычней эффект называть. Да, вроде бы это полное название команды, то есть сейчас я чекну на всякий случай их профиль на StarLadder, да, именно так команда называется. Плюс 6 ПТС они забрали за сегодняшний Weekend Cup, неплохо. Но это, мне почему-то кажется, что это не новая команда. Ну, то есть, да, команда, в принципе, новая. Я имею в виду, какая-то другая команда просто создала себя еще раз. Если можно так назвать. О, ДЛГКЗ у них были в соперниках 4 января. То есть сегодня, я так понимаю, первая игра ихняя. ДЛГКЗ. У меня команда была раньше ДЛГ. Называлась Dazzlike Gaming. А тут КЗ. ДЛГ Казахстан. Вот так вот бывает. Вот это встреча. Вот это поворот. А что ж, лайфсилер у нас. Вот он, Гуля для команды Evil Effect. Возможно, у нас появится в скором времени, там, я не знаю, какая-нибудь Квапа, Пак или Шторм Спирит, потому что ни одного из этих героев еще в бане мы с вами не видим. Лайфстиллер, в принципе, может использоваться с инфест-бомбой какой-то, может и отправляться в соло, потому что есть уже Визаж, хороший саппорт. Хотя мы видели Визажа уже, который не получил тех фамильяров, которые так нужны Визажу для нормальной игры. Но с помощью соло Ассампшена и, конечно, дикого слоу можно делать минусы, можно делать фраги. Винга снова от команды Сеги. Винга у нас заезжает для Мудайка, я думаю, в этот раз. Алхимик в роли саппорта исполняться будет также на Айскриме. Ну, это мы с вами уже видели. Это мы с вами уже видели, поэтому примерно можем представить, что нас сейчас ожидает в этой игре. Хотя, ну, так себе, конечно, относительно. Каждую игру нельзя... Я не знаю, как-то сравнивать с той предыдущей, которую мы с вами видели, но что-то подобное, какие-то выводы для себя сами выносить, в принципе, сможем. Да. Продолжаем смотреть дальше. 59 секунд остается у Сеги на обдумывание. Ну, команды ведут себя довольно-таки ровно, то есть 59 секунд, 59 там и там. Четвертый пик, должен быть какой-то соло-мидер, я думаю, либо второй саппорт для команды. Клокверк у нас справится сложную, Визаж лайфстиллер легкая линия, хотя, возможно, это будет трипла сложная, сейчас все зависит от пика второго саппорта этой команды. Ну и соло-мид и саппорт как раз-таки требуется команде Дарь сейчас для нормальной игры. Пока что Сега, Алхимик саппорт, Винга саппорт, Патма, скорее всего, харда, либо это будет соло-легкая линия, ну и, опять же, требуется какой-то... Соло-мидер и еще один герой. А пора, второй саппорт для команды Evil Effect. Эффект под лайфстиллера. Ну, опять же, с замедлением. Парень хороший АУЕ прокаст имеет Ancient Apparition. Да, неплохо, неплохо. Здесь, тем более против Алхимика, под ультимейтом которого у нас Алхимик, собственно, и не будет не получать ни дополнительной регенерации здоровья, ничего-либо еще, ну, кроме атак спида, естественно. Да, аппарат контрит Алхимика в какой-то степени, поэтому аппарат здесь просто прекрасно заезжает. Я думаю, дайры, зная это, как раз-таки и пикнули этого саппорта. Ну, еще бы они не знали, все-таки на StarLadder парни играют. Урса.
Да, второй раз будут играть через Мишку команды Sega Mega Drive, второй раз будут играть через Вингу, через Алхимика Саппорта. Не удивлюсь я, если мы с вами снова увидим то же самое, что и было в предыдущей игре. Опять же, ну там у нас была ЦМ-ка, теперь Винга. Винга будет давать плюс, ну, точнее, снова у нас герой с аурой какой-то. Без ауры на команду Sega Mega Drive 16 бит вообще не могут играть. То есть Мудайка сажают на несколько всего персонажа, и все эти персонажи имеют какую-то ауру, распространяющуюся либо на всю карту, либо на ближайшую, как бы, местность и так далее. Ну, в общем, ауры нужны этой команде, без них они вообще никуда. То есть, если будете играть против Сеги, можно вот так вот выучить, короче, эту команду, да, а потом просто взять, выступить на Старладере и просто унизить этих парней. Да, то слишком зажраты уже ребята, там 159 побед, это вообще забей. Как-то слишком. Как-то слишком нужно уже, не знаю, как-то показывать им, демонстрировать свою мощь. Ну, если кто соберется. Так, ну и последняя стадия пиков. Последняя стадия пиков. В бан же у нас отправляется Ио и Дестройер. Что интересно, вот таких героев у нас банятся на последние баны. Такие герои банятся на последние баны. Офигенно, я сказал, я красава, знаю. Вот он пак, Soul Meteor, Lifestealer, пак, хорошая инфест-бомба. После получения даггера от пака, я думаю, там будет залетать огромный АУЕ прокаст. С помощью дримкойла, арбы и сала, все-все-все, это будет движухи, естественно. Или он появляется от Сеги. Вот Леона мы с вами еще не наблюдали, не видели, кто здесь будет исполняться в роли Soul Meteor. Патма? Или Алхимик? Это Алхимик Соломид. Это Алхимик Соломид, Мудайок садится на Леона, и Аскрами занимает Вингу. Вот так вот, да? Ну, просто я на Сегу сейчас делаю больше акцент, потому что мы за ними наблюдали, и мне как бы интереснее смотреть за тем, на кого кто садится, потому что я примерно знаю, кто уже на ком играет от этой команды. Но пройдемся пока что по стороне Дайр, я думаю, да? Назовем тех, кто на ком играет. Deep Sense будет играть на Париж, и не отправится он в легкую линию, я думаю, стоять вместе с Лайфстиллером. На Лайфстиллере у нас играет Enviable. Какой сервер? Кстати, да, интересно, какой сервер у нас стоит? Люксембург. Люксембург у нас стоит, поэтому лагать ничего, в принципе, не должно. Киркет будет играть у нас на Визаже. Мид у нас занимает Роуа. Ну и в сложную линию отправляется Кот. Кстати, Кот говорил в начале игры то, что сливает мид. Возможно, сейчас из-за этого как раз-таки он отправляется на харду. Ну, бывает, бывает всякое. Цените его и любите. Отлично, отличный коммент тут летят. Просто я не знаю, как это комментировать. Но бывает, бывает, конечно. Уважаю. Я тоже, ребят, подключаюсь к этому. Айскрим будет играть на Винге. Мудайок занимает Леона, Хоули Папа, Патма. Это будет трипла в сложной линии. Степ у нас будет играть на Алхимика. Занимает он, естественно, мидл лейн. И Ван-Ван Урса на том же месте, на котором мы его видели с вами и 30 минут назад. Собственно, Урса стоит, ждет крипов. Сейчас посмотрим, что сделает этот Мишка в этой игре. Да, в прошлой игре он делал только трипл килл, если я не ошибаюсь. Возможно, в этой Rampage нас ожидает, возможно, что-то подобное. Увидим все с вами чуть дальше. И видим вот снова SMD, вот эту фигню. Сейчас, смотрите, как я читаю гейм, короче. Сейчас вот смоук. И типа вот такой заход. Ну, надо зайти сначала вот сюда, я думаю. Да, типа паломничество. Такое, ой-ой-ой. Визаж, если что, рядышком. И просто выходит на пака. Банка там накручивается. Хекс, стан, еще стан. И до свидания, пак у нас справляется в таверну. Снова по той же самой строте, которую делали ребята уже на протяжении трех игр подряд. Убивают они, получают ФБ. ФБ у нас забирает Винга. Винга, ну нормально так. Почему бы и не Винге забрать ФБ? Там 400 голды. На варды, естественно, всегда нужно. И снова деварнинг сразу от Айскрима. Прекрасно, прекрасно. 550 голды уже имеет Винга. Сейчас еще плюс 50. Изи мани. Изи мани после этого деварда. 613 можно купить фаст тапок и, возможно, раздавать уже стан налево-направо и пытаться как-то ловить кого-то, поймать, ну и так далее с бонусным муфспидом-то, почему бы и нет? Точнее, не с бонусным муфспидом, хотя можно считать то, что такой ранний сапог — это как-никак бонус.
Так, Улипап здесь получает всех крипов под башенку. Сейчас, наверное, очень рад. Фармит здесь, в принципе, без проблем. 7-6 имеет алхимик. Пока что крипстат занимает первое место по карте. 6-1 Урса. Ну и, в общем-то... 2-1-2, кстати, ребята отправились. Видим, Леона с Урса ставит в легкую линию. Будут они стоять против Клокверка. Но Клокверк с получением 6-го от Леона будет здесь страдать, я думаю. И те же коги ему не спасут жизнь, если решит... Мудаёк разрядить в него палец или что-либо еще подобное. Там Клокверк отвалится, я думаю, если еще Иван Вана зажмет, то это будет вообще забей. Так, сверху у нас Гули фармит. Гули фармит третье место пока что по крипам. Визаж с аппаратом никуда не отходит, да, стоят рядом, стоят, если что, на сейве. Динает крипов, чтобы линия не толкалась, не пушилась в сторону команды Radiant. Ну и правильно, естественно, добивать здесь нужно всех крипов после того, как у них осталось совсем лол хп или осталась половина. Да, нужно здесь действовать безошибочно, добивать всех крипов. Ну и, собственно, видим то, что у ребят это вполне себе получается. Мудаёк, пошел у нас ганкать или что это? Выход Леона, просто чек руны. Возможно, и такое. Пак у нас здесь с чем? Пак прикупил себе нул талисман. Ну и на этом как бы все. Банка здесь от алхимика. Да, алхимик бутылочку наполнил. Прекрасно. 2.44 тем временем в игре. Пока что у нас все нормально идет. По дефолту Ван-Ван получает всех крипов. Чеширский кот. Здесь, правда, напрягли чеширского кота, видим, да? Нормально, нормально. Третий левел вынес Урса, точнее, четвертый уже. На двоечку пассивка, на двоечку оверпауэр. Здорово. Мудаёк у нас стягивается вверх. Это будет трипла на триплу, как мы с вами понимаем. Почему Мудаёк не купил ТП? Потому что Леон у нас сейчас левел 2, а Венга, в принципе, тоже левел 2. Толком-то ничего, ребята, и не потеряли. Да, здесь бонусный левел по тме. По тма уже левел 3. В скором времени получит четвертый левел. Ракетки здесь по КД летят от Клокверка. Так, стан здесь получает у нас лафстиллер. Минус армор. Нормально. Повесили, кстати, на Венгу. У нас неприятный спелл. Так, уходит через хекс. Не плюнет здесь визаж, и визаж же можно прессовать сейчас. Правда, рядом же лафстиллер. Вгрызается в Мудайка. Айскрим отпился. Можно еще станом. Станом бы какой-нибудь откинуться в Венги. Венга нет. Не получается откинуться станом. Прыжок. Хули папа делает минус на визаже. Можно убивать еще лафстиллера. Лафстиллер тэп-аут отсюда и успевает сделать тп-шку. Это два фрага. Точнее, ой, простите, пожалуйста, это один фраг для команды Sega, всего два фрага они сделали на карте, ну и пока ЕЕ у нас не ответили ни одним минусом. Что интересно, так, визаж прилетает на ТП обратно, и Мудаёк здесь сосет крипа. Мудаёк сосет крипа, все нормально. Холи папа отпивается кларити, сейчас флашечку будем какую-нибудь накинуть, флашечки здесь есть или нет, что у нас в курице летит, в курице летит еще одна кларити для айскрима и смоки для саппорта. В скором времени будут смоуганки, я думаю опять в мид унизит пака еще разок, пак у нас левел 5, левел 5 у нас алхимик, снова кидается у нас неприятный спрей. Ну и степс ДД сейчас будет добивать всех крипов, я думаю здесь без проблем, правда получает арбу неприятную. Пак, ой, абузер, абузер у нас, фу, у нас абузеры, ребята, что делаем? Ловит здесь стрелу, у нас лайфстрел, лайфстрел, кстати, поймал неплохую стрелу, патма получает Soul Assumption, но уходит отсюда, да, пробили ее на половину хп, а саппорты пошли ганкать. Саппорты пошли ганкать, и нужно выходить сейчас на пака, потому что, да, пак, сейчас, если выйдет чуть дальше, может огрести. Да, на пака выход. Так, хекс есть, хекса начинаю, да, стан пошел, еще стан, и банка взрывает пака. Правда, Леон забирает фраг сейчас, естественно, Леон. Кому еще-то? Как без Леона? Это же Мудаёк. Это же Мудаёк, действительно. Что там у Ван-Вана? Пока что топовый крипстат на карте, 37 на 9. Есть уже фейзы, есть 560 голды сверху. Чеширский кот, левел 5. Кстати, а Ван-Ван у нас левел 6. Да, левел 6 все-таки поднял у нас Ван-Ван. Учитывая то, что чеширский кот стоял здесь соло, все-таки уступает по левелу Урси. Но это начальная игра, как раз-таки сказывается сейчас. Что ж, ладно, пака у нас приняли, пака у нас принимает второй раз. Кстати, запомни этот мув от Сеги, буду сегодня сам его использовать. Вспоминаю то, что я сам сегодня играю на Старладере в 6 часов. Да, первая моя игра на Старладере в роли игрока. Боже, я так волнуюсь. Ой. Вообще забей. Ладно, что ж, Холи Папу здесь оставили в соло фармить крипов. На миде у нас ничего толком не происходит. Степ левел 7 поднимает, добивает крипов. Саппорты стянулись вниз. Теперь придется ему убивать Клокверка. Клокверк держится сейвово, держится под своей вышкой. Никуда не влазит. Ну и я думаю, правильно делает сейчас. Так, алхимик активировал руну хосты.
Алхимик активировал руну хосты. Сейчас, возможно, прессанет кого-то или нет. Заходит в ультимейт. Степ сейчас отхиляет себе, я не знаю, ману, отхиляет самого себя. И медалька приносится алхимику вот так вот быстро, без особых проблем. Алхимик выфармливает себе свой артефакт. Арба полетела, арба, лол. Степ получает арбу такую неприятную. Так, Хекс у нас получил клокверк, закричал здесь ван-ван, стан. Ну и, наверное, чешский кот, лол. Дает тычку по нему, ван-ван, да, дает тычку все-таки, забирает ван-ван фраг. Это первый фраг для Мишки. Ну и, в принципе, саппорты были рядышком, да, там только мудаюк помог ему. 1-0-3 имеет сейчас мудаюк на своем Леоне. Неплохо, неплохо. Айскрим, сапог. Больше пока что ничего не выформило Винга. Ну, сапог после ФБ у нас появился. 500 голды сверху. Можно купить варды. Слышал я, покупаешь варды, ты не ошибаешься. Да, ну, Холи Папа получает крипов. Получает крипов. Здесь пофармит себе неплохо. Да, добивает крипов всех. Я думаю, этого еще зафармит. Да, действительно. Патма знает толк в фарме. Холи Папа прекрасный хардлайнер, на мой взгляд. Вообще... Претензий к нему ноль. Действительно ноль. Ну, так как мы наблюдаем за играми СМД уже не первый раз, поэтому я могу заявить такие громкие слова от себя. Так, ловит здесь у нас Визаж стан, также Хекс у нас, также сейчас будет подкоп от Мудайка, да, подкоп есть, Визажа вряд ли куда отпустят, Визажу нужно будет драться здесь, хотя Слоу вешает и, скорее всего, уходит. Тычка, последняя фласочка спасает Визажу жизнь, Визаж должен сейчас на развороте или что, лол, на развороте лучше не надо сейчас идти никуда, Урса тем временем проносит тавер и можно прессовать сейчас Пака. Пак прыгает на двоих, сейчас будет поставлена арба, или не прыгнет, нет, не прыгает все-таки Пак и отпускает своих двух саппортов. От себя чуть дальше. Естественно, Лавстилер сейчас пососет крипа. Точнее, Лавстилер Леон. Прошу прощения. Лол, ну добейте вы его. Такой герой просто. Урса выформил Владимир и заходит, естественно, сразу же на Рошана. Чего ждать? Действительно, сейчас получит себе Аегис. Ракетки пошли сразу же, ракетки хорошие от... Полетели от Клокверка и должен уходить сейчас ван-ван, потому что чекнули его и не должен он так агрессивно себя сейчас вести. Хотя, если саппорты помогут, можно сделать минус на паке и уже... И уже после того, как пак у нас еще ракетки пошли, Урс продолжает у нас гнобить здесь Рошана. Рошан на развороте надавал по щам здесь Урсе, да, Урс должна убегать отсюда. Действительно, Рошан, до конца гейминг, давай, братуха! Айгиста просто так не отдавай, действительно, ставится обсервер вард от Дипсенса. Ну и я думаю, сейчас ребята выйдут на свои линии, продолжат дальше фармить. Заход на Рошана не получился. Надо ван-ван зайти будет еще раз, после того, как ребята забудут Рошан немножко, на, возможно, через минуту, через полторы. И там же постараться, не знаю, постараться захоботить себе Айгис. Так, у нас ставится пауза, пауза по поводу... Ребятки, ну в чем проблема? Неприятно, неприятно. Sorry, go, go, конечно. Давайте, unpause. Так, Holy Papa фармит крипов. Ой-ой-ой, в крипа здесь ворвался чешский кот, и Holy Papa уходит отсюда на липе. Да, лип там взят на единичку, естественно, Патма забирает себе этот спел. Урса паузит гейм еще раз. Разбивается смоук от команды СМД, и куда ребята отправятся, не знаю. Отправляться в чужой лес глупо, если, конечно, здесь ару ластилер какой-то не поймает, дичайший просто на рандоме. Не знаю, если сейчас пустит Holy Papa стрелу, она полетит как-то так. А, ну я рисовать не могу, жалко. Ну, в общем, по карте вот смотрите, если она полетит вот так, 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 и на перерез куда-то вот сюда вот попадет в ластилера, это будет вообще эпик. Надо будет хайлайты записать по этой игре. 4-0, тем временем Sega пока что лидирует по графикам. 9-я минута, в принципе, да, можно открыть графики, посмотреть 4500, точнее, преимущество команды Sega по голде. Преимущество в 5000, также у этой команды. И куда ребята отправятся? Здесь бай должен быть на айскрим какой-то, потому что айскрим не получил смоук, такой нужный для него, без хукшота. Сейчас клокверк без маны вообще ничего толком не сделает. Дипсенс встреет, Хекс также получает сразу же от мудайка. Мудайк подкоп по двоим, ароу пошел, и клокверк-то можно фокусить. Клокверк отсасывает у него последнюю ману и не успевает клокверк ничего сделать. Минус клокверк. Вот так вот хорошо здесь отыграл у нас мудайок, отсосал нужную ману на коге. Так, нормально. Прожал рейдж, побоковал лайфстиллер и должен уходить отсюда действительно так.
Ван-Ван зашел на Рошана. Спалили его опять-таки, потому что здесь стоит вард. Визаж готов врываться, готов стилить. Хотя, но здесь ворваться можно еще и огрести. Так, пошла арба. Ван-Ван должен убегать отсюда. Слоу повесили на Ван-Вана. Будет ли блевок какой-то? Дримкойл потратили. Ван-Ван получает стан. Но Ван-Ван постарается убежать отсюда или на развороте еще. Давай на развороте. Хорош, нарезай еще по визажу. Прилетает еще степ. У степа, блин, дагер на 10-й минуте. Боже, вообще забей степ, красава. Там драка у нас идет сверху, пробивает лайфстрилер. Хотя лайфстрилер сам может сделать минус на потме. Потма, иди сюда. Действительно, хотя нет, здесь дэмэджа у Холи Папы очень много, минус лайфстиллер. Там у нас Клокверк убивает Урсу, где-то все-таки поймал его и убивает здесь Холи Папу все-таки, да, но перед смертью Патма забирает еще и аппарата с собой, 8-2, там еще и пак отваливается, винга у нас, драки идут по двум частям карты, и со стана Айскрим уносит еще одного в таверну, даблкил у нас имеет Айскрим после этой драки, это 10-й фраг для команды Сега сейчас был, и всего двумя фрагами может похвастаться сейчас команда Эвилов. Да, степ, 10-я минута, блин, дагер. Конечно, вот в этой драке он решил. Визаж просто решил не стилить сейчас Урсу, который находился вот здесь, после Дримкойла, когда он был застанен, да. Не захотел он плевать в него. Но в итоге ворвался просто алхимик отсюда, кинул банку, и тогда визуш уже стал точно бесполезным, потому что там Ван-Ван уже отошел чуть дальше, ну, естественно, банка у нас раскастовалась в нужный момент. Леон делает минус на аппарате, тут же визуш отвечает минусом на Леоне. Леон у нас... Нет, я думал, с пальца забрал Урса. Забирает Айгис тем временем, ну и пушится тир-1 вышка по топ-линии сейчас у команды Сега. Ну, должны отходить сейчас ребята из команды Дайр отсюда, да, чтобы на всякий случай как-то не бакануть им лишний раз. Потому что если поймают, там Урса разорвет лицо всем этим ребятам, тем более с Айгисом, тем более у Урса сейчас две жизни. Даблстак с помощью спрея степ здесь делает. Классно. Круто. Минус армор еще вешает на дракошу. Дракошу надо подфармить сейчас. Хотя алхимик. Ультимейт надо прожать ему сейчас и попробовать фармить крипов дальше. Медальку еще кинуть. Нормально. Драк у нас сейчас начнется сверху. Правда, здесь фамиляров очень больно. Фамильяр сотка. Изи мани. Ой-ой-ой, разряжается здесь мудаек в визаж. Визаж у нас отвалит за таверну. Ароу, хороший ароу. Лайфстиллер поймал. Ароу, не знаю, еще и стан пошел, но минус. Лайфстиллер здесь, естественно, Клокверк прорывается и ставит Когис. Коги, свап, пошел. И станчик неплохой от мудайка. Правда, Клокверк делает минус. Киллингспри снимает свинги. Отлично. Сняли у нас Киллингспри. Патма, правда, делает дабл килл. Пак у нас ворвался. Пак, Дримкойл есть. И Патма юзает ультимейт. Дримкойл поставлен на двоих, кстати, что интересно сейчас. А все в ульте. Дримкойл-то сейчас закончится, и ребята просто уйдут. Арба. Арба-то полетела. Кстати, Сраут-то пробивает очень больно. Холи Папа прячется в лесок, а Роу полетел и тэп-аут отсюда. Правильно. Тэп-аут отсюда, да, успевает он сделать тэп-аут. Естественно, убили там Клокверка. Так, у нас вырывается алхимик. Не раскастовывает баночку, но под ультимейтом он даже не почувствовал дэмэджа, который в него внесся. Сейчас Сноуль приносит что-то там степу приносит догон, по-моему. Да с догона ты фамильяра пофарми, хотя... Там, по-моему, догон нельзя из этого фамильяра, да, если я не ошибаюсь. Вроде как это каст. Кастом считается, а фамильяр у нас... вроде как... Дэмэджа магического не получает, только слабы можно убить. Алхимик с руной регенерации, тем более. Сейчас алхимик, да. Алхимик становится очень страшным. Плюс армор здесь после баклера дает винга. Всем в скором времени появится мека. Винга может себе позволить этот артефакт. 13 минуты, думаю, выформит она где-то к 16 минуте, к 17. Если сейчас драка будет для команды Сеги удачная, но я думаю, ей ответят минусами. Так, Клокверк ворвался в степа, степ прожимает ультимейт, также банка должна быть сейчас откинута, банка откидывает чеширского кота, чеширский кот под минус армон, получает очень много дэмэджа, свап здесь от Айскрима спасает, конечно, алхимика, правда, сам погибает, размен 2 в 1 у нас происходит, уходит отсюда Хоули Папа, степ на развороте, может кидать банку в кого здесь кидать-то, лол, непонятно, так... Банка в троих! Лол, под минус армором здесь степ может сейчас нарезать. Правда, сейчас закончится ультимейт в скором времени у алхимика. И алхимик, скорее всего, здесь погибает. Да, алхимик погибает. Хоули Папа ворвался. Киллингспри имеет трипл килл. Боже мой, я даже не понимаю, что происходит здесь. Хоули Папу. Визаж неплохо контролит фамильярами. Так, Ару полетел, Ару мимо. Ну и сейчас будет лип через несколько секунд. Да, Патма уходит отсюда. Хотя фамильяров можно пофармить сейчас. Еще, ну давай, соточка.
Ой, под Минус Армором, Степ снова еще и с догоном, лол! Степ просто взрывает лица. Степ пошел во все тяжкие, просто убивает сейчас еще Шишкого Кота, Шишкий Кот есть Коги, зажимает Алхимика, Алхимик здесь отваливается, естественно, ну, здесь, правда, баканул уже Алхимик, я не знаю просто как. Так, Айскрим заходит дальше, Ван-Ван ворвался, можно убивать еще и Клокверка, тычечку по Клокверку, Клокверк у нас справляется в таверну, Хулипапа выживает, Мудак выживает, все живые. Профушилась вышечка, я думаю, СМД у нас в большом плюсе после этих минусов всех, правда, все без маны, Хулипапа очень-очень биты, Арба полетела, Арба, ну, Пак не будет здесь врываться, естественно, на троих. Пака не хватало сейчас в этой драке, действительно, если бы он поставил там Дримкойл под вышечкой, то можно было бы что-то хотя бы сделать. Пак с Даггером, отвес-бомба должна быть изюзана хоть один раз за игру. Я думаю, надо сейчас что-то придумать. Хотя, видимо, Ластиллер у нас фармит крипов на ботом линии. В скором времени появится армлет на 15 минуте. Отличный результат для Ластиллера по такой игре, учитывая то, что его три раза убивали. Есть фейзы, есть армлет. На мой взгляд, это тайминговый армлет. Ну, по такой игре, опять же, я напоминаю, именно по такой игре это тайминг. Ван-Ван пропушил здесь тавр, правда, получает этот неприятный орех. На, держи, братуха. И потмаю за это ульт. Будет ли заход сейчас куда-то кого-то? Ракетки полетели, ракетки никого здесь не находят. Но я думаю, спалят сейчас ЕЕ всю эту движуху. Ой-ой-ой, в спину заходит команда СМД. Боже мой, разряжается, естественно, визор же отправляют в таверну тут же. Арба полетела, сейчас Дримкойл будет поставлен по троим, я думаю. Так, ультимейт от аппарата полетел, пока что убивает еще и Клокверка. Ван-Ван нарезает там по когам, давай! Мачи Коги, ну, там Айгис. Айгис, Урса просто разменит Айгис. Стан получает Deep Sense, еще один стан и минус армор, хорош. Айскрим дал. Отличный тимплей, кстати, у ребят. Вот сейчас это было очень заметно. Патма делает трипл килл, Годлайк уже имеет на своем котике. И Алхимик приговаривает еще и Лайфстиллера в соло. Я так понимаю, это тимвайп у нас был сейчас только что от команды ЕЕ. Команда Sega Mega Drive. Прекрасная игра. Прекрасная игра, есть там догон. Кстати, сейчас догон надо бы взять второго левела. Я думаю, сейчас Алхимику это будет то самое. Под минус армором там догон бьет очень-очень больно, кстати. Знаете что? Это надо мейнстримом сделать, короче, догон на Алхимике вместе с медалькой и блинк-даггером. Вот, Алхимик снова накручивает банку сейчас. Ай-яй-яй, он взорвется. Да, он взорвется. Степ сейчас плохо накрутил. Действительно плохо. Мудаюк, естественно, здесь побычить. Да, разумеется. Что за фигня? Согласен. Урса находит чешистского кота. Клэп и чешистский кот, наверное, в таверну отправится сейчас. Хукшот! Хукшот не попадает ни по кому. Он хотел к нейтралам сейчас притянуться. Не получается у него это сделать. Урса делает минус на клокверке. Арба от пака, но ни к чему толком не приводит. Deep Sense. Можно откидываться ультимейтом каким-нибудь. Не дожидаться просто сейчас того, как пропустит тир-2 вышка по миду. Так, Мудаёк пошел. Мудаёк пошел. И инфест-бомба здесь готова. От Пака. Пак, если ворвется, я даже не знаю, здесь его разорвут за секунду. Степ ворвался, Степ не откидывает банку, Степ взрывается. Тут же у нас свап пошел от Винги, Винга. Засейвила братуху своего, Ван-Ван ворвался. Можно убивать еще фамильяра, фамильяра успевает посадиться. Так, ультимейт пошел от Дипсенса, Дипсенс под минус армором. Боже, Дипсенса разорвало просто, я не знаю как. Леон получает там соло самшин, выживает, правда, Степа зажимают здесь. Ультимейт заканчивается, это минус степ. Мека не спасает его здесь, размен в 1-1 после этой драки. Тавр, тир 2 вышка стоит у нас, Хулипапа может нарезать еще на развороте. Так, арба полетела, надо не прощать Леона, за Леоном надо прыгать, еще тычку. Не прощать Леона, потому что он сам еще тот. Ароу полетел хороший в Пака. Пак у нас получает много дэмэджа, правда, выживает. Там стан, конечно, на 5 секунд залетел, но в итоге не спасло это жизнь Леону. Тем временем Ван-Ван уже выформил себе Shadow Blade. Вот так вот у нас Shadow Blade появляется. Урса. Урса заключен, нифига себе. И давай на развороте. Клэп драться с Лайфстиллером. Лайфстиллер. Правда, Ван-Ван-то минусуется. Ван-Ван у нас минус. Неплохо. Это минус 3 команды Сеги. Еще и Хулипапа здесь встрет. До конца гейма показал. Лайфстиллера пытался он прибить. Ой-ой-ой, еще и Вингу нашли. Это тимвайп команды Сеги. Команды Sega Mega Drive 16-бит. 27-13. И теперь стало мне куда интереснее смотреть эту игру, действительно, потому что переворот неожиданный, на самом деле. Я никак не мог ожидать вот этого того, что сейчас у нас продемонстрировали команды. Дагон уносит в таверну Клокверка, под минус армором еще и по крикету можно нарезать. Крикет у нас без маны, степ мог бы прыгать, сейчас даггер-то откатился, лол, почему? И банка есть, ну ладно.
Захотел так степ, почему не прыгнул, непонятно. Там все пошли хиляться, я думаю, это было бы понятно сейчас, то, что никого там нету под тир 2 вышкой и так далее. Ну и отсюда просто алхимик блинкаут и бежать. И бежать, догон левел 2, в скором времени появится догон левел 3, и я думаю, именно догон будет макситься. Так, пак у нас инфест-бомбой. Пак с инфест-бомбой, если степ сейчас быстро присануть, чтобы он не успел прожать свой ультимейт. Так, ой-ой-ой, ворвался, если он разряжается в дипсенс, дипсенс, еще тычку! Минус дипсенс и погибает... У нас Леон. Размен один в один, правда, врывается здесь степ под минус армором, разрывает, естественно, лайфстрир, очень быстро он разваливается, конечно. Ароу здесь ловит чешский кот, и чешский кот у нас также отправляется в таверну тычку. Да, минус чешский кот, Патма... Патма, конечно, там уже расфармленная девочка такая, да, есть Майлшторм, есть Яша. Дэмэджа много. 20 минут, тем временем в игре. По XP видим, графики немножко качнулись в сторону ЕЕ, но тут же у нас возвращается в то положение, на котором мы были. 15 тысяч преимуществ у команды Сега, по голде 20 тысяч преимуществ у этой же команды. Я думаю, можно заходить на Рошана, который уже практически встал. Да, здесь совсем немножко осталось дотянуть. Ван-ван. А где тайминг, пацаны? Где тайминг? Лол. Я не верю, что у этой команды нету тайминга. Не ведут они. Ну да ладно. Бывает, конечно. Ван-Ван пошел фармить эншентов, степ ушел в свои леса, оставили двух саппортов гулять, точнее, не двух саппортов, а саппорта и Патму. Хардлайнера, у Хардлайнера, кстати, 1480 голды сейчас, можно кидать Ароу какой-то невероятный, Ароу полетел, Ароу поймал фамильяр, но фамильяр-то не чувствует у нас Ароу, да? Нужно убегать отсюда, стан, нету смысла кидать Властелера, сейчас Властелер, если что, прожмет рейдж, ой-ой-ой, алхимик ворвался, развели на ультимейт Дипсенса, Дипсенс ультимейт потратил просто в никуда, фамильяры пошли у нас гулять, тут же возвращаются, алхимик покупает сразу догон левел 4, да, это же четвертый догон, если я не ошибаюсь, да, догон левел 4, вот так вот, на 21 минуте. Пошел на чек Рошана, Рошан еще не появился. Я думаю, как только появится Рошан, так быстро его ребята из команды Sega Mega Drive 16B должны забить. Не отдавать Рошана ни в коем случае команды ЕЕ. Также постараться присануть сейчас, отпушить все линии и постараться зайти именно на Рошана, уже с Аегисом идти на тир 3, там ломать и уже кто знает, получится ли отдефить команды ЕЕ. Хотя я думаю почему-то, что получится им отдефить первую атаку так точно. Первую атаку так точно, а остальное там уже будет под большим вопросом. Потому что есть инфест, есть клаквер, который неплохо может ворваться. Так, Ароу полетел, чешский кот поймал Ароу, но прыгать здесь бессмысленно сейчас. Что здесь делает алхимик, объясните мне. План капкан. Бывает. Бывает, бывает. Пак готов прыгать, готов врываться. У Пака и нету толком ничего, кроме сейчас Блинкдаггера, но больше-то ему ничего не нужно. И Патма юзает ультимейт. Лол, лип, куда? Ай-яй-яй, просветки Холи Папу убивают. Холи Папу здесь минусует, и можно в ответочку сразу же идти. Да, есть арба, дримкол надо ставить сейчас. Правда, под ультимейтом Патмы больше никого не видно. Просветки были изюзаны, и... Команда у нас, играющая за сторону Radiant, уходит. Что ж, нормально. Рошан тем временем появился под минус армором с помощью степа ван-ван, и Рошан падает очень быстро. А здесь Сноуль еще летает, если что, рецептик носит на Тараску. Рецепт на Тараску у Урсы. Боже мой, надо перезайти сейчас Сноули. Да, Сноуль уже летит, и ультимейт от АА залетает по Мудайку. Мудайку. Надо стики, наверное, выложить. Изюзать стики. А, ну можно и так, окей. Стики надо бы оставить. Так, у нас там драка началась. Степ получает огромное количество дэмджа. Хукшот очень плохой от кота. Ни к чему он толком не приводит. Стан по крипам. Никого не задевает. И ребята из команды DR прячутся на свой ХГ. Да, больше толком ничего они не могут сделать. Сейчас инфест есть. Есть ли инфест? Сейчас большой вопрос. Лайстер пошел хиляться. Инфест? Инфеста нету. Инфеста нету. Ну, будет он через 5 секунд. Уже пак готов врываться. Есть дримкойл. Есть полный рассказ пака. Крайне неприятно сейчас будет команде Сеги почувствовать его на себе. Хотя, не знаю, возможно, там Паку толком-то ничего не могут и не дать сделать. Там он просто получит свой хекс и... Кстати, а вы не думали, из хекса можно ли вылезти через инфест Гули? Ну, то есть, как он появляется? Он будет появляться из лягушки? Как-то так, что ли? Или хекс будет у нас спадать? Хм, интересно. Надо бы проверить будет как-нибудь. Знаете, я лобби соберу с своими друзьями, проверю все интересующие меня вопросы. Так, у нас Ван-Ван врывается, Коги есть от чешистского кота, поэтому отталкивают Ван-Ван и говорят, типа, нет, братух, не сегодня,
Хотя Ванван все-таки заходит. Ванван все-таки заходит, так, погулял, подумал, что-то, ну, почему бы и нет. Арба пошла от пака, пак, сало по двоим, дримкоил, ну вот он, инфест-бомба была изюзана. Сейчас самый главный вопрос, хватит ли дэмэджа. Степ у нас отваливается, пока что минус один у нас, ли там получает кто-то стан, точнее не стан, а палец, да, отваливается у нас Гуля, выбивает Аигис у нас из Урсы, правда, отваливается еще и Венга, размен пока что один, точнее два в два у нас получается, Урс пошел наваливать дальше, Клэв в никуда, Ван-Ван, Ван-Ван очень больно нарезает, его заставили здесь фамильяр, фамильярами контролит неплохо Кирклет, это на самом деле так, Ван-Ван просто решает бить немножко тавер, холли папа, если что есть лип, если что он уходит, можно нарезать еще по паку, так, прыгнул у нас там... Урса, Урса погибает, и Холи Папа должен убегать отсюда вместе с мудаком. Вот он. О чем я с вами и говорил. Не хватает дэмэджа сейчас Сеги, чтобы зайти на тир 3 даже с Аегисом. Отбивается команда, состоящая против сегодня в 1-8 сегодняшнего Weekend Cup. Вот, да. Один раз им удалось отбиться. Вопрос в том, хватит ли им отбиться второй раз. Дэмэджа и всего того прочего. Видим то, что Хули Папа далеко не отходит, тут же получает Коги неприятный, Хули Папа отваливается чуть подальше, да, и не успевает Клокверк. Ару, кстати, ловит еще неприятный, и Клокверку-то больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Клокверк у нас справляется в таверну, Хули Папа на развороте неплохо надавал, есть Яша, точнее, есть Сенч, есть Яша, неплохо, 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 можно зайти сейчас, постараться зайти на какой-то... На какую-то другую сторону, вот я вижу то, что Алхимик уже готов выходить. А, он здесь с догона крипов фармит, что ли? Да, нормально. Но почему бы нет? Квапа с ультимейта, ну, вместе с Аганимом вообще крипов фармит. Ну, почему бы и нет, действительно, не поорать бы на крипов. Леон поймал пак. Ой-ой-ой. А вот то, что сейчас нету пака, может сказаться на команде ЕЕ. И просто сейчас ребята могут зайти. Ван-Ван танчит мид-линию. Здесь дэмэджа никак, в принципе, не хватит пробить Урсу. Да, есть Тараска. Тараска сейчас отхиляет, естественно, его Леон. Убивает еще и аппарат. Аппарат у нас минус. Ловит Ароу. Неприятный Визаж. Визаж у нас в стане. Пошел у нас нарезать, конечно, Лафир. Лафир отправляется в таверн. 38-18. Пак, байбек. Кстати, статус байбек надо бы открыть сейчас. По байбекам мы видим с вами вот такую ситуацию. Есть байбек у Патмы и у Леона. Больше, собственно, ни у кого нету. Визаж под минус армором у нас погибает. Да, здесь ему даёк до конца. Дримкоил по одному. Дримкоил. Дримкоил приговаривает, правда, Леона к таверне. И размен снова у нас получился 3 в 2, степ накручивает банку, есть блинк аут, но сейчас взорвется у нас алхимик, да, и должен уходить отсюда хулипап на ухп, надо прожать стики сейчас и быть уверенным в том, что его точно не поймают. Ультимейт прожимает алхимик, алхимик может, в принципе, здесь оставаться, хулипапа, хулипапа, не знаю, что будет делать, ароу пошел, ароу, ван-ван, а здесь ван-ван дерется, лол, я не увидел ван-вана, ван-ван здесь уже пропушил. Рейндж бараки по мид-линии, сейчас будут падать мили бараки, здесь надо суицидиться в них, если даже будет какой-то суицид. Неприятный Ван-Вана зажимает в коги, да, это был суицид в бараке, но это в принципе нормально. Это в принципе нормально по такой игре, аппарат убивает Урсу, степ уходит отсюда, есть блинкаут, если что, да, отблинканется отсюда степ. Степ уходит, хоули папы на развороте, еще фамильяров может пофармить. Так, еще тычка, еще тычка. Там, боже, как там больно Клокверку после этих набросов от Патмы. Ароу. Да лол, как так поймал Ару? Я не понимаю, лайфстиллер. Неужели он не видел? Вот это было очень глупо. Хули папа, мека спасает Патме жизнь. Патма уходит отсюда еще. Айскрим также у нас уходит. Можно еще и свапнуть как-нибудь. Да, вот. Ой-ой-ой, какой дикий рейндж. Свап у нас удачный. Снова пошла стрела. Ну, стрела на этот раз ни в кого. Я думаю, там Визаж развернется и поймает ее. Типа, братух, ловлю. Ну, знаете, как это бывает обычно, да? Степ врывается, откидывает банку, под минсармором все это происходит, дримкоил на степа вешают, степ, получает очень много дэмэджа, плевок отправляет в таверну у нас алхимика, 40-22, минус одна сторона у команды ЕЕН, на этом, в принципе, пока что все, чем может похвастаться, дублейт Урса, Урса, Клэп, и разрывать шишкового кота можно, хотя нет, Коги удачно отталкивает Ван-Вана, Ван-Ван должен уходить отсюда, да, что и делает. Урса, естественно, чешского кота, отхиляет его сейчас очень-очень быстро, через 10 секунд будет аркан Бутс, и я думаю, Клокверт не уйдет под вышку. Так, у нас здесь кто? У нас здесь лайфстиллер врывается, лайфстиллер. Можно прессовать сейчас Леона, Леон остался здесь один, Леона убивают, правда, все, что можно, на него изюзали, Ван-Ван должен сейчас ворваться, хотя большой вопрос, хватит ли ему дэмджа. Айскрим также рядом, откидывается станом в...
Гулю, которого отправляют уже в таверну, Ван-Ван получает огромное количество дэмэджа и, скорее всего, свап хороший от Айскрима. Боже, как... Этот Айскрим просто царь на винге. Вот я уверен... Я первый раз вижу такую вингу, на самом деле, правильную. Вот эти свапы, они своевременные весьма. Отличная игра от Айскрима. На мой взгляд, за три игры он отыграл просто их превосходно. Ару здесь пошел проверочный, посмотреть, кто ли есть на ХГ. Там тем временем крипы у нас пушат тир один вышку по бот-линии. Да, ну крипы здесь упадут. Степ. Здесь пофармит крипчиков под неприятным спреем. С догоном можно пофармить. Ну я бы с догона фармил. Вот этого бы сейчас. Оп. Зачем замахиваться, если есть догон? Ой. Непотный этот степ. Надо с догона больше фармить. Вот сейчас. Возьми, долбани догоном, пока он догон левел 5. Так, нет, лучше минус армор повесить, действительно. Ладно. Оставим его в покое. Тут дефит у нас, ребята, из команды Dire мид-линию. Так, у нас здесь пак ошивается на топе. Также крипы у нас, в принципе, потихонечку падают. Забирают кату себе лайфстиллер. Ну, я думаю, то, что сейчас надо заходить на Рошана. До Рошана вот-вот-вот он появится совсем-совсем скоро. Тут чуть-чуть совсем осталось. Тайминг будет какой-нибудь или нет? Как вверх чекает Рошана? Рошана нету, поэтому сейчас ребята могут действовать вполне себе роскошно. Ну как роскошно? У них все плохо. У них все очень плохо. Так, ну Рошан, давай, Рошан. Оп. Рошан у нас появился. Ну и я думаю, нужно сейчас заходить с ребятам на Рошана или просто на тир-3. Ребята, пойду сразу. Так почему нет? Почему нет? Просто не дожидаться сразу. Леон под ультимейтом подмы. Ну, сейчас все находятся под ультимейтом подмы. Можно пушить тир-1 вышку по... Точнее, не тир-1, а тир-3 по топу. По топу вышку просаживают очень быстро. Там, я не знаю, нарезает Хулипапа потихонечку. Просаживает здесь рейндж-барак минус. Правда, Хулипапа получает здесь сало, все дела. Но там СМД у нас. Неужели Хулипапа выживет еще отсюда? Неужели выживет? Хулипапа, тычка. Нет, все-таки не вызывает. Визаж доминейт снимает с подмы. Тем временем у нас просаживаются все бараки по... топ-линии от команды Сеги, свап хороший, можно убивать лайфстиллер под минус армором, в Айскрим вгрызается, есть там, если что, форстаф не использует Айскрим, если что, дожидается, да, Айскрим врывается степ, откидывается в банку и с помощью пальца у нас убивает лайфстиллер, лайфстиллер отправляется в таверну, также клокверк у нас минус, под минус армором находится сейчас Кигрид, но неплохо, расконтролил фамильярами, так, неплохо, аппарат убивает Венгу, Ван-Ван получает много дэмэджа, но остается там, там Леон нарезает барак, вы что, с ума сошли? Да, с аганимым Леон уже есть, форстаф также, но это ГГ. Ребята, это ГГ, БКБ появляется еще у Ван-Вана, сейчас он принесет, наверное, или заберет с чужой базы его. Последний барак стоит вот здесь вот, мили-барак. Ну, я думаю, на него просто забьют. Ребята, Ван-Ван пошел брать себе БКБ. Нет, купил ТП. Продал ТП, взял БКБ. Красава. ГГВП. ГГВП, Ван-Ван убивает еще и аппарата. Здесь пак никуда не уходит, я думаю, под спреем. Хотя нет, успел отблинкануться, красава. Пак, левел 17. Ну, на этом игра у нас заканчивается. Хотя ГГ было написано, почему-то трон не падает. Не знаю почему. Здесь просто надо ненавидеть фамильяров. На развороте надо убить эту птицу. Чёртову. Оп! А, нет, я думал посадить сейчас фамильяра. Давай! Дримкоил, братуха, до конца! Красава! Минус, мудаёк. Вот так-то. Вот так-то. Хороший ответ. Так, Клокверк еще ворвался. Вы посмотрите на Ван-Вана. По-моему, суицидник. Да. Так и было. Просто ворвался в суицид, ловит еще и Кирклита, кошак. Ну, я говорил то, что ребята нашли друг друга. Еще Ару здесь хороший полетел, минус Висаж, ты фидер. Вот так-то. Сказал, как отрезал. Ладно, там тир-4 у нас потихонечку падает. Ван-Ван уже проносит тавр, да, здесь вышек совсем не лол хп остается. Правду ведь говорил. Да. Фестбом. Боже мой, как его там порвало. Чуть не рванул у нас там пак. Пак с БКБ. Опа, Хулипапа врывается неожиданно. Минус Хулипапа, степ здесь также не уходит, лол. А нет, уходит. Все-таки уходит, там Госкептер спас алхимику жизнь. Ну и здесь уже Эншент у нас потихонечку падает. Да, Эрстракшн, блин, фотифайт. Естественно, Айскрим свап хороший. Правда, не знаю, умрет он или нет. Стан хорош, Айскрим разменивается, потма убивает аппарата. Ох, лол. Хорошая игра, good game, well played, ребятам, это действительно good game, well played. Sega выходит дальше, команда EA у нас остается здесь.
на 1/16, если я не ошибаюсь, или 1/8. Что мы с вами сейчас смотрели? Я не знаю. Что мы с вами смотрели сейчас? Объясните мне. Ладно, не суть важно. Пожелаем Sega Mega Drive 16 бит победы в этом Weekend Cup. Я уверен, что они способны эту победу заслужить себе. Команде EA спасибо за то, что играли. Играли они действительно очень знатно. Мне игра понравилась, не знаю, как вам. Отмечать здесь толком нечего. Все ребята сыграли на ура. Особенно мне понравились свапы от Ice Cream. Боже, он такой царь. Я прям не знаю, Holy Papa также, Патма, прекрасный Ару, в общем, забей. Все было здорово, все было классно, вот, видимо, у них уже лобби создано, да, но мы к ним не пойдем, потому что мы закончим с вами на этом сегодняшний стримчанский. Да, спасибо тем, кто смотрел его, я думаю, вам понравилось то, что такие игры нас ожидали сегодня. Буду надеяться, что вы придете к нам на стримы.